Я родился 87 лет назад. В 65 лет я властвовал над Тамриэлем. Но сны мои так и остались неподвластны мне. Я видел врата Обливиона, врата, за которые отказывается заглянуть сознание. Знай же, во тьме притаился враг. Готовится он уничтожить эту землю. Сегодня 27-е месяца последнего зерна 433-го года эпохи Акатоша. Близятся последние дни третьей эры и последние часы моей жизни. Проснись, котенок. Эй, в моей камере бродит крыса Каджит. Толстая, вкусная крыса. Котенок хочет крысу? Котенок голоден? Здесь тебе придется полагаться только на то, что найдешь сам, Каджит. Новых заключенных здесь не кормят. Ты знаешь это? Сначала тебя морят голодом, затем тебя избивают. А потом, если тебе повезет, тебя убьют. Это точно. Ты умрешь здесь. Эй, ты слышишь? Стражники идут. За тобой. Паурус, закрой за нами эту дверь. Есть. Мои сыновья, они мертвы, не так ли? Мы не знаем этого, Ваше Величество. Гонец сказал только, что на них было совершено нападение. Нет, они мертвы. Я знаю это. Что этот заключенный делает здесь? Эта камера должна была оставаться свободной. Наверное, стража напутала. Я... Ладно, открывай эту дверь. Назад, заключенный! Если ты встанешь у нас на пути, мы убьем тебя без колебаний! Ты, заключенный, уйди с дороги! Отойди к окну! Не путайся у нас под ногами! Заключенный, держись от этой двери подальше! Отойди к окну, живо! Никаких признаков погоды. Стой на месте, заключенный. Хорошо, пошли. Мы еще не выбрались из этой передряги. Ты... Я видел тебя. Подойди ближе. Хочу тебя я видеть. Именно тебя я видел во снах. Значит, звезды были правы, и день тот наступил. Боги, дайте силы мне.
Сыновья мои подверглись нападению ассасинов. Я следующий. Мои клинки ведут меня из города им ведомым секретным путем. По велению случая, вход в туннель в твоей темнице. Возможно, боги поместили тебя сюда, дабы мы встретились. Что до деяния твоего, неважно это. Не потому тебя запомнят люди. Я твой император, Уриэль Септим. По велению богов служу я Тамриэлю и правлю им. И ты, как гражданин Тамриэля, послужишь своей стране, своим путем. Ты найдешь свой путь. Будь осторожней. Вижу кровь и смерть на том пути. Пожалуйста, Ваше Величество, мы должны идти дальше. Лучше не закрывать ее. С другой стороны, эту дверь открыть невозможно. Похоже, сегодня твой счастливый день. Только не путайся у нас под ногами. Это тебя не касается, заключенный. Отойди в сторону, заключенный. Слева! Защищайте император! Береги себя! Она мертва! За императора! Капитан Рено? Она мертва. Прошу прощения, сир, но нам нужно идти. Веди себя тихо и не стой у нас на пути. Впереди опасность. Они могли поджидать нас здесь. Я не знаю, но назад возвращаться уже слишком поздно. Не волнуйтесь, Ваше Величество, мы выведем вас отсюда. Они не первые, кто недооценил клинков. Я прикрою тыл. Вперед! Ты остаешься здесь, заключенный. Не пытайся идти за нами.
Thank you.
Проклятие! Выбрать место для обороны и защищать императора, пока не прибудет подмога. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда раньше, чем здесь появятся эти ублюдки? Нам нужно вывести императора отсюда. Черт! Опять этот заключенный! Убейте его! Он может работать на этих убийц! Нет, не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай, тебе ведомы девять.
Тебе ведомо, как направляют они наши судьбы своей невидимой рукой. Служил я девяти все дни мои, сверяя жизнь свою с небесным циклом. Все небо в искрах звезд неисчислимых. Пылают все они, и все сверкают, и каждое есть знак. Я знаю звезды хорошо. Скажи, какая отметила твое рождение? Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежна смерть, и в срок придет. Звезды наши не совпадают. Сегодня тень спрячет тебя от резвых гончих рока. Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце луч, сиянье яркой славы Акатоша, тьме наступающей противно. С надеждой этой и обещанием твоим помочь на сердце облегчение. Победы или иные свидетельства успеха сейчас не важны. Могу сказать, я жил достойно, и дух мой упокоится легко. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлен. Я знаю, когда пробьет мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, затем паду. Я к гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, что зовет меня. Проводишь ты меня немного, затем расстаться мы должны. От тебя тоже может быть польза. Вот, неси этот факел, держись рядом. Держись поблизости и дай нам выполнять нашу работу. И все будет в порядке. Убейте их! Император в опасности! Защищайте императора! Тебе повезло, что ты маразм. Иначе я бы давно убил тебя. Защищайте императора! Этот мост! Не трогай меня, Умри! Вас поглотит Облио! Ты показываешь себя с хорошей стороны. Но только не мешай нам. Это понятно?
Стой! Мне это не нравится. Нужно осмотреться. Похоже, все чисто. Идем. Мы почти дошли до канализации. Черт! Эта дверь заперта с другой стороны! Это ловушка! А как насчет бокового прохода? Вон там. Можно попытаться. Пошли! Это тупик. Какие будут приказания? Я не знаю. Ничего разумного мне в голову не приходит. Они сзади! Подождите здесь, Ваше Величество! Жди здесь вместе с Императором. Охраняй его даже ценой своей вас жизни. Вас поглотит... За Императора! И Императора! Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми амулет. Отдай его Джоффри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и затвори накрепко врата Обливиона. Это твой! Нет. Мы подвели его. Я подвел. Клинки поклялись защищать Императора. А теперь он и все его наследники мертвы. Амулет? Где амулет королей? Его не было на теле Императора. Странно. Он что-то увидел в тебе. Поверил в тебя. Говорят, это драконья кровь, что течет в жилах каждого Септима. Они видят больше, чем обычные люди. Амулет королей — это священный символ империи. Большинство полагает, что символом является корона красного дракона, но она всего лишь драгоценность. Этот амулет обладает силой. Говорят, его может носить только истинный наследник трона. Император, должно быть, отдал его тебе с определенной целью. Он сказал, с какой? Джоффри? Он так сказал? Зачем? Никогда не слышал ничего подобного. Но если кто и знает об этом, то только Джоффри. Он грандмастер моего ордена. Хотя ты этого не подумаешь, встретив его. Он живет тихой жизнью монаха в приорате Вейнон около города Корл. Сначала тебе нужно выбраться отсюда. За этой дверью вход в канализационную систему. Это за запертыми воротами. Мы как раз туда и направлялись. Это тайный выход из имперского города. Или предполагалось, что он тайный. Вот. Тебе понадобится этот ключ, чтобы открыть последнюю дверь, ведущую в канализационную систему. Там тебе встретятся крысы и гоблины. Но судя по тому, что я видел, могу предположить, что тебе достанет твоего опыта как монаха. Я прав? Почти угадал.
В любом случае, крысы и гоблины не должны доставить тебе проблем. Тебе следует доставить этот амулет Джоффри. Не мешкай, сразу направляйся в приорат Вейнон. Понятно? Хорошо. Император не зря доверился тебе. Я останусь здесь охранять тело Императора и прослежу, чтобы никто не последовал за тобой. Тебе нужно отправляться в путь. Да пребудет с тобой Талос. Кстати, спасибо за мечи моих товарищей. Я позабочусь, чтобы они заняли почетное место в зале славы клинков. Chains, we have the key. Open your eyes and see.